Ебать. Никита, давай. Ну. Помолись, Аминь, Господь тебя. Ревности. Ревности, что Господь дал служение ему. Чтобы вера была спасительная. Почему? Я не запомнил, я вижу, как вы. Сами скажите. Братья и сестры, заходим. Братушки, заходите. Братушки. Браво, ребятушки. Ребятушки, заходите. Заходите. Да заходи, места немного, хватит пить. Заходите. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняя сокровище благих и жизни подателю, иди исцелися вны и очистины от всякие скверны. И спаси, блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего, прибудь с нами, не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо, но строго следовать по кровавленным Твоим стопам, чтобы мы всегда пребывали в истине Твоей и умели донести истину Твою людям, не знающим Тебя, погибающим во тьме незнания. Тебе слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Пользуясь, так сказать, вот тем, что я здесь, можно, с вашего позволения, изменить несколько. Мы обычно поздравляем наших именинников в конце, когда уже многие разбегаются, и многие даже не знают о том, кто у нас именинник. Ну да. Вот сегодня мы можем поздравить с днем рождения, ну, пожелать от Господа Бога спасения, преодолев все препятствия на пути спасения нашего дорогого брата. Догадались кто? Да, конечно. Нет. Валерий. Брат Валерий. Много лет ему. Служение ему. На занятия оставались. У Николая и у Лизы день рождения. Николая мы пели. Да. Другого. У Николы зимнего. Так. Сегодня вот события, я не знаю, будут такие печальные или не будут, но это выявится по ходу дела. Но еще сегодня одно радостное событие какое? Кто знает? День какой сайта. Сегодня день? День сайта. Вот. Знают братья и сестры? Сестры даже первые высказали. День сайта. Ну и кто расскажет нам о сайте? Основатели сайта? Игорь, не да? Галя.
Одна из них. Юля? Где она? Вот она здесь. Давай. А, Юля вот. Ну, участвовала при том? Я думаю, Игнат Тихонович начала. Игнат Тихонович, все скромничают, давайте. Говорите. Вывод такой, что нескромно и выходите. Так, первое. Вот когда день рождения, и поет многое лето. Вот кто первый придумал это петь именно это? Некоторые уже устали, иные парализованные лежат. Вот меня бабушка спрашивала, когда я возвращался из Барнаула, она меня что спрашивала? Смертоньку мою не видал где? В ней внучат столько, все, она уже устала жить. Было три сына, ушли все на фронт. Раскулаченные были, что претерпели. Родина мать вспомнила о них. Все артиллеристы, все погибли. Понятно. В день смерти Сталина я пришел и говорю, бабушка, да Сталин-то помер. Она сразу заплакала. А потом я говорю, а почему плачешь-то? Так он же моих детей сожрал. Вот еще и слезы как бывает. Да. Понимать надо, кто развязал, чего было. Это между делом. Думаю, надо где-то поднять вопрос. На день рождения подумать такое песнопение, которое бы отвечало всем, больным и здоровым, уставшим жить и полумертвым. Что-то говорится должно обязательно произноситься слово Иисус Христос, это обязательно должно быть. И чтобы там было напоминание о готовности встретиться на страшном суде. Вот специалисты, у меня есть невыполненные замыслы такие вот. Я все еще подбираюсь пока к сайту. Вы знаете, вот такой есть акафист, написано «Слава Богу за все». Кому его только не приписывают. Написал его Григорий Петров, священник. Прямо перед самым расстрелом в сталинских лагерях. Это акафист полный света, любви возрожденного человека, священника. Кажется, выше ничего нельзя сказать. И на этом все как бы остановилось. У меня сразу появилась мысль, о чем он говорит. Занаете художником. Почему не составить акафист художником? Помянуть там всех, которые писали, как Суриков, такие картины, как Репин. И как-то это выразить Богу благодарность. Вот о чем Светлана Копылова поет, там кисточки-то. Художник один думает, моя кисточка сделала. Слышали кто, как она поет об этом? Ну, один художник так рисовал, что даже высказать нельзя. У него на аукционах везде раскупали картины. Я однажды встретил такую девушку, не мог удержаться и написал. Написал картина, как отживая. Но есть такие красоты, вот говорится в житиях святых, что ни один художник изобразить не может. Вот что-то такое в лице человека, что кисть не может изобразить, и фотографию не может изобразить. Только общение с ним как бы. Вот. И художник сказал, ну она сказала, картина какая хорошая, кисточка у вас, значит, хорошая. Он говорит, Никит, при чем тут кисточка? Это я художник, я талантливый. Мне дано это, я могу черным углем изобразить солнечный день. Она говорит, нет, Бог дает. Нет, он сразу же взял, говорит, краски начал рисовать. Ничего не получается, еще. И он валялся и выл. Все потеряно и потеряно навсегда. Он ни одного заката солнечного не может уже изобразить. Бог отнял. Ты, человек, всего лишь кисточка в руке Божией. Как ты этого не понял? И вот у меня мысль была, и я начал чуть-чуть трогать с места. Отдельно составить акафист химии. Как много мы оттуда имеем. Вот какие. Отдельно медицине. И найти самых лучших медиков в мире, отметить. И я пошел кому? К академикам, профессорам, которые именно по этой области работают. Биологии, ботаники, астрономии. Сколько ненаписанных акафистов. Я уже ничего не успею сделать. Но у меня так и осталось это желание. Как вот последнее. Звезды дославят Бога. Юноши и девицы, то есть отдельно юности посвятить, которые победили лукавого. Ну, всему акафист, отдельный акафист, конечно, Святой Библии. Понимаете, теперь я вам всем даю как бы программу. Позаботьтесь об этом. И какое-то песнопение составить именно день рождения. Многое лето. Ничего это не говорит. Многое лето. Да все желают жить, грешить и не болеть. И уже совсем согнется, уже полумертвый, все за жизнь цепляется, врачей вызывает, пока его не усыпят, как собаку.
После 60 лет, я считаю, не надо мельтешиться уже с таблетками-то. А то несовместимо с лекарства, таблетки. У него нога болит, он все время самогонку пьет. Зачем же он пил? У меня сейчас близкий, знакомый, умер. Ну, у него нога болит, и он... Ну, все, инсульт. На той стороне вместе с ногами улетел. А теперь одна, детей нету. И... Надежда Васильевна, пришлите, чтобы она тут у меня пожила маленько тоскливо. Потому что умер двоюродный брат мой. Понимаете, сколько не сделано, не открытого, никто почему-то этим не интересуется. Мне понравилось одно выражение у Андрея Кураева. Нужно быть религиозно талантливым. Понимаете, какое слово, куда талант? Не так, что засохшее, вот я знаю, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Из этого помилуй меня грешного. Ну нету православных, то Господи, славлю тебя за то, что ты умер за меня на кресте. Вот поется в песнопении баптистов, зайдем на Голгофу, мой брат. Кто знает его? Там постный Богом Мессия распят, о правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен, и пойдем перед ним. И опять взойдем на Голгофу, мой брат, всем хором поют. Он страждет, и жаром ланиты горят. Он жаждет, и уксус тому подают, чьи воды живые для мира текут. Пойдем перед ним. Зарядите в интернете, найдете песнопение. Это не один акафист можно вложить в эти, одно стихотворение, а оно на песнопении. Если никто не знает, то мы должны сказать, чувство благодарности должно быть всем изобретателям. Какое они наитие имели, как трудно им это все давалось. Самое распространенное за всю мировую историю изобретение, вы думаете, какое? Даже никто не вспоминает про электричество, потому что и так естественно оно везде. Это мобильный телефон. Кто изобрел? Мартин Купер. Мы каждый день за него молимся, он жив, как мне известно. Господи, дай ему истинное покаяние. Он так много сделал, потому что через этот мобильный телефон многие спаслись от смерти. Где-то застрял, никто не знает, где-то заблудился. И он дал сигнал оттуда. Но более сегодня привязало к себе даже не это изобретение, а изобретение интернета, международной сети. Это богатство, которое все человечество копило, и наконец туда, в одно место, все фильмы, все книги. Все абсолютно туда занесли, все проповеди, какие только есть. Интернет. А кто изобрел? Я спрашиваю, 1000 человек сидит в зале, и ни один не может сказать. Тим Бернерс-Ли, Тимофей. Мы каждый день молимся, благодарим Бога за этого Тимофея. Да это мировая свалка интернет, там всякая зараза. Там убийство, там что-то, конечно, ты блуд непрерывно показывает. Тебе зачем это знать? Ножом ногу убивают. Но ты же его пользуешься-то как? Из пшеницы знаете, какой крепкий получается напиток? Это хлеб. Так и здесь. И нам Бог дал это уразумение, а знаний-то никаких нету. Но нашлись люди, которые стали помогать. Первый, кто в интернет нас завел, это Загуляев Александр Сергеевич. Вот его Галина сидит здесь рядом. Она меня научила на компьютер работать. Первый раз запятую превратить в точку, а точку в запятую. Я увидел, я до того удивился, что не надо резинкой стирать. Вот знания какие были. А он первый сделал, который там сайт был, там еще немного что было. Далее уже, тут и поторопились мы, или как, подсуетились сказать. Вовремя успели. Новый сайт, уже цветной такой был сделан. Называется «Во свете Библии», представьте заголовок. И внизу «Православный библейский сайт». Как православный библейский? Вы понимаете, что за название? Это православие и Библия несовместимы, это все понимают. Это ж, ну, одно, да, это другое совершенно-то. Но он так называется. Иконы с двух сторон. Два эпиграфа из Библии. Вымыслы человеческие, ненавижу, а закон твой люблю. Второе, слово твое светильник, ноге моей, свет стезе моей. 118 псалом, 13 и 5 стих. Я говорю, когда кто на меня нападает, они говорят, а вот он говорит, и я еще раз повторяю, наш сайт большой. Очень и очень большой, тяжеловесный. И я дальше добавляю словам суперсайт. Тут уже сразу все вот так поднимаются. Как так можно говорить? Я говорю, ему равных мировой сети нету. Ну, тут совсем махнули рукой. И говорит, что попало. Почему? У нас есть то, чего нигде нет по сегодняшний день. Начитанных 12 томов Златоуста в аудио. Найдите где-нибудь. Нету.
Мы, может, первые появились, где там Библия была поставлена. Я дважды насчитывал. Архипелаг Гулаг теперь еще лучше считают есть. Полностью житие. Добротолюбие, не знаю, насчитано или нет. Святые отцы, это только то, что в аудио. А в видео сколько там показано. А ответ на 4124 вопроса по 55 позиций папок. Это все на нашем сайте. И кто участвовал? Как это было трудно распределить вот вопрос, ответ. И так сделать так, чтобы только открыл папку, допустим, мусульманство. И сразу пошли вопросы, какие мне задавали в университетах и везде. И, но один ответ, он занимает, и надо 10 страниц. Ну и все. Нужно, чтобы одни вопросы были. А вопрос ткнул, и чтобы открылся ответ. И помог нам Евгений Клейменов, правильно называю, нет? Клейменов. Ну там, не знаю, ее есть, нет. Кажется, Валентина еще. Валентина. Да, он вместе с ней учился на 5-м курсе медицинского. Я слышал, будто он с красным дипломом кончил. Ничего. Понимаете? Он приходил, и только с третьей попытки все это сделал. Насколько он наш сайт удобный. Я на разных сайтах бываю. Ну, не потому, что наш сайт, а... Ну, это любой, кто заходит и говорит, как у нас сделано, что так легко все искать, отдельно аудио, видео, и жития, и по каждому дню какой святой, и продолжительность этой постраничная. Чудо Божие. Это сайт. Сайт-страница. Никогда, тогда не было разговора, что у нас что-то еще будет. Сайт – это склады. Склады, и тогда ничего мы не добавляем. Только сохраняется, и все. И вдруг находится человек, который говорит, сайт у вас сделан... Не совсем хорошо, нужно еще лучше сделать. И это говорит человек парализованный, Сергей Козлов. О нем всегда молиться надо. И он, не советуясь со мной, ничего, нанимает специалистов из Израиля, из Белоруссии. Я где-то, может, не все назову, но именно так. И он платит за это, где я за каждую копейку трясусь. 300 тысяч. Я по сегодняшний день в трепет прихожу, как это можно сделать. И в это время третью копию дают. Потому что его где-то могут закрыть. Я сразу сообщаю в Америку. Открывает наши сайты, копии еще два. И за них заплатили и сказали, пользуются. Платит человек, он доктор богословских наук там один. Я хотел открыть в Индонезии, в разных местах в Австралии, то есть сделать неуязвимым. Но Бог милует, пока нас никто не трогает. У нас ничего нету там, то, чтобы властей трогало. А именно, согласно Слову Божию. И стали открывать форум. Моя заслуга заключается в том, что я нигде не препятствовал. Я ничего не понимаю, но я не стал говорить ни на другие говорили, вот вы еще не понимаете, а там эта площадка, где могут спорить, будут образовываться новые общины. Вот лучше я понимаю, что. Я говорю, вы не знаете, о чем говорить. Община, да ты в семье двоих примири между собой. Община – это единая семья. 12 апостолов легко ли было Господу собрать? Такие разномастные, там кого только там не было. И предатель еще будет. И Господь ему и доверил все денежные дела. Главный банкир Иуда Искариотович. Не просто все это было. И форум сделали. Тут большую роль, конечно. Я хочу сразу хочу сказать. Главное, кто все это делал и помогал, и у нас YouTube канал, их нету здесь. Это не члены нашей общины. И мне... Постоянно упреки идут, почему ваши люди не работают. Ну, работают. Ну, главную работу ведет сестра Юлия. Наши программисты. Алексей, вот он, Виктор. Другие за пределами, даже имена просят не называть их, потому что охотятся за ними, за нашими работниками. Любыми путями деньги предлагают, приходят. Падшие люди, буквально демоны. И все почему-то на букву «Д» они все. Вот удивительно тоже. И чтобы уничтожили наши ресурсы. Прямо приходят и платят, деньги заплатить, чтобы только помогли уничтожить. Ничего пока не могут. А уничтожить проще всего. Даже легче всего. Начнется, говорит, заварушка маленькая, когда все сгорит и ничего не будет. Ни в космосе, ни здесь. Оно рядом здесь где-то, рядом. Но по сегодняшний день сколько не вредили, а мы остались целы. Били, уничтожали что-то, но целости костяк остался. Об этом тоже молитесь. Это большая работа. Я сейчас дам некоторые данные. У нас открытый мой мир, это страница. Вот интересно, есть Твиттер, есть живой журнал, нам помог один человек, не нашего. Помог, организовал, дал мне пароль, ваш живой журнал. Опять же, Юлия только там трудится. Живой журнал.
ну, Facebook там образовали, открыли. Мне ничего не нравится. Лучше моего мира ничего не было. Но его рвали со всех сторон, потому что много распространяли нехорошего. И даже сейчас он еще лучший. От, всего, что там другие названия, называя Фейсбуки и прочее, Одноклассники, ВКонтакте, даже сравнить не приходится. Но и ВКонтакте наша работает, и ни одна страница еще открыта. Так вот в моем мире у нас стоит наш ролик, это фильм. Документальные фильмы государственные должны быть не больше 45 минут. У нас в среднем примерно, если в круговую кинуть, то примерно так и будет. Есть ролик маленько поменьше, но вот, этот вот больше часа будет. Занятие больше часа. 3 часа только почти сегодня только у нас будет поставлено. И у нас там стоит 2451 ролик. Наш. Именно наш. Я думаю, просто нет таких больше ни у кого. Мой мир. И стоит там наших 18 тысяч фотографий. И разбиты они по папкам. Деревня, лагерь, храм. Ну, поездка, миссионерская встреча, проповеди, детское воспитание. То есть это по темам называется, как он называется, плейлист или как там. Вот, это отдельная страница, на которой все ставится. У нас есть YouTube, это канал YouTube, это всемирная, так сказать, система всех фильмов и все, что ставится. Вот думали мы на днях посмотреть, подновить 17 мгновений весны. 17 цифру поставил, он выбрасывает мгновение весны, и теперь только нажал, по одному дальше пошли все 12 серий. Ты что бы ни видел, где бы ни видел, фильм «Иисус», пожалуйста, заряди только, и «Иисус», и даже не нажимать не надо, он сам появляется. И что с этим именем, где идет? А вот этот интернет привлек внимание к тому, что у нас есть. Посещаемость какая у нас? Ну, хотя она может и... не полная там быть. Подписка на наш журнал, который только ставим, и к ним сразу поступает 2901. Тысячи. Полностью все поступает. Так. Просмотров. 2 миллиона. Вчера вечером миллион второй добился. 4371. Но эта цифра, ну, достойна уважения. И вот сколько появляется людей, вот вчера выходит один, я так жаждал с вами поговорить. А кто вы хоть оттуда? Да я в Германии, мы отсюда немцы переехали. Я всем-всем даю ваш сайт, мы смотрим. Я не знаю сколько, но раз, говорит, 24 часа, говорит, сижу. Все, интернет исчез, только ваше осталось. И таких свидетельств сколько? Я говорил, что нашелся тот, кто помогал мне от смерти спас в лагере. Ему книги уже послали. Словак Владимир Васильевич. Это все интернет, уже с ним переговорили, успели. Это все, когда на сайт заходишь, и там YouTube только ткнул и перешел на наш видеоканал. Ткнул на слово форум, тебя перекинуло к нам на форум. А на форуме у нас 1588 тем. Тем. Вы понимаете, что такое тем? Допустим, патриархия. И там все, что есть известно, все там. К слову сказать, в эту пятницу, как мне из интернета известно, патриарх Кирилл будет в Южной Америке. Бразилия, там, которая Аргентина, он посещает. Встреча с папой будет, Франциском. Там в интернете буквально бушует сейчас его. Все снимают. Это волчара главный. Это соединения идут, там, видимо, монашествующие. Нас требуется только молиться, чтобы Бог его там благословил. Я вот посмотрел на него обвинение. На меня-то обвинение тут это вообще ничего не значит. Как его клеймят. Я ни на одно не могу ответить «да». И считаю, и не надо этого. Мы должны молиться о нем, чтобы не было там покушения, чтобы мудрые мысли Бог дал, чтобы он там засвидетельствовал, обвинять, что он с папой где-то встречается, целуется. Ну что он должен? Поднять к папе и сказать, вдвоем с Илариона, давай папе морду набьем или как? Ну, что он должен был сделать там? Отношения плохие нам лучше, чем хорошие. Ну что он? Католицизмом все уже заражено, крестить не хотят, бритые священники, это чисто католическое все. Ладошкой по голове это слишком уже много, а там вот, брызнул кисточкой. Поэтому не туда смотрите, я им всем отвечаю. Значит, в пятницу, ну, видимо, раньше, надо все время молиться, чтобы Господь сохранил его. У нас сегодня подарок нам сделала Надежда Ивановна Польгуева. Посмотрите на стенку. Я только глянул и понял, что надо сюда. Вот там наши учителя церковные. Посмотри, какая надпись. А вот
Господь сам пастырь. Посмотри, какие надписи. И теперь как только что-то не так, сразу показывай туда человеку и говорить даже не надо. По теме, когда раз, туда. Спаси Христос. Хорошая память остается. Талант, который, видите, надписи сколько у нас. Мы тоже можем сказать. Вот через интернет, он сейчас показал, это уже на этой неделе все будут видеть, какой нам подарок сделал Господь через Надежду Ивановну. 1580 тем, темы. А та тема, это там вообще материалы не берут. Сколько начитано, сказано, кто сказал, тема, в эту тему все, Рождество, ну и все. Какие проповеди, сказал Златоуст, другие, патриарх, и все в этой теме Рождество. Покров, все покровляет, там иконы, и все, все, по одной теме. И таких тем 1588. Кроме того, на форуме ответы даны на эти темы 15791. 15 тысяч. Из этих 15 тысяч 7387 мои ответы. Самые большие. Вот сколько время приходится идти. И люди находят. Находят и искренне принимают. У нас на форуме там ругаются, я смотрел, вот у Кураева там матерятся друг друга. У нас полгода проходит, вообще ничего нет. На каждый день примерно 350 человек. Было 230. Как только на меня вот сейчас начали сильно нападать, мгновенно изменилось и даже в 3 раза подскочило количество посещаемости. Сейчас закрепилось 2,5 раза. Вот удивительное дело, некоторые не знают. 25-27 января этого года в Москве была у них конференция, назовем так ее, это «Рождественские чтения». Они общесоюзные, международные, вот как называется, международные. О чем там, говорит, я никогда не интересовался. Тут мне ролик скинули. Да о вас же там говорят-то. Ну, да, посмотрю. Оказывается, 15 тем, там саентология, что скажет. И только 2 темы, 2 отдельных докладчика, 5 докладчиков. Одна посвящена мне, а вторая Масленникову. Один там говорит, за что за него нападает, я все посмотрел, у него все хорошее. Хорошее. Ну, нападает. И на нас нападает, и там Николаевой, Ане Владимировне дали. Это все руководит Дворкин. Дворкин главный сектовед, и все. Вот сколько приходится говорить. Вот сегодня только мне скинули материал об этом главном сектоведе. Документ, 2 больших ролика из одних документов. И то, что я говорил раньше. Говорил об этом, они не видели. У меня вопрос. Ну, вы все молились, вы не видели, кого мы заслали? Что это сотрудник Америки, ЦРУ, и сколько там чего делается. Он запустил тоталитарные секты, всех поссорить между собой. Конечно. Речь-то идет о том, что до Путина доходит это дело. Вы же знали, кого прислали сюда, кого привезли. 20 лет он разрушает наше государство. Это всего я выставил везде, под своими роликами его. Вот и все, говорится, за что боролся, на то и напоролся. Я знал, что так просто даром не пройдет. Он руководил и здесь... Ну, говорят, в лагере у меня там плохо. Ну, какое отношение лагерь мой к вам имеет? Тут есть кому следить за этим. Девочке дал бумагу, она бросала. Ну, что, за это расстреляете или что? А вы с этой девочкой, а ее довели там, и она сказала, я как в аду. Лагерь наш как в аду. Они из воды не вылазят, а в аду капли нету. По 6 раз купаются. А эта девочка привезли, родители не знают, что сделать. Она последнюю получку у отца украла. И накупила помады. Но я не знаю, лет 7 или сколько. Они не знают, что сделать. Он ее чуть не убил, говорит. И она в туалет пошла, всю бумагу сбросила. Я что сделал? Ну, метод свой просто сказать. Я свернул газету вот так. Сколько? 2. Перевернул сколько? 4. Еще раз сколько? 8. Еще раз большая газета. Получилось 136, допустим. Я изрезал 136 бумажек. Тебе нравится, как летит туда? Да. Вот теперь залез на башню. Называется Лондонская, бросай вниз, а ветер раздувает. И до обеда будешь кидать, 2 за вами следить, за тобой будут следить. Они качаться будут и глядеть. Вот сколько бумажек не будет к обеду хватать, столько горящих получишь. Вы сделали бы, что она больше никогда не кидала, ничего не могли сделать. Здесь как срезала, больше она никогда этого не делала. И вот это вот, то, что бумажки бросала, собирала, это надо в Роскомнадзор обратиться, это что за издевательство? И тут они сразу все зашевелились, загалдели, собираться вместе, с жалобой властям на нас. Власти больше заниматься нечем. А мне сегодня подходят и говорят, милиция тут на углу стояла, это не за вас. Милиция до нас дело есть. Да и я единственный, кто вел занятия в милиции много лет, во всех отделах милиции. Куда не пойду, милиция новая только не знает.
Они сразу, вот тут они знают, от Сергея Арсона, жаждутся кого-то сказать. Я через интернет это узнал. Значит, помолиться, чтобы Бог сохранил наши ресурсы. У нас богатство огромное, его не выскажешь. И люди ждут. Вот, допустим, проходит сегодня собрание. Вот. У меня аппаратура работает тихо. Один ролик закачать нужно 6-7 часов. Один. А их бывает 30-40 за неделю. Он у него все не выключается компьютером, круглосуточно работает. Но есть помощники, у которых там от кабельной или какое называется соединение, и они быстрее ставят. Быстрее. Никого не надо называть, только говорили. Буквально рыщет, кто нам помогает, и опасается даже, наверное, за жизнь свою. И Бог хранит всех. И вот они ставят. Если день я задержался, сразу вопросы летят откуда? С разных стран. Начиная с Америки. Ну а почему собрания-то нету? Уж с утра уходим, утром встаем, говорю, только перекрестились и скорее. Это батюшки уже сообщили. Позвонили, там и родные знают где-то. Ну это о чем-то говорит. Посещаемость каждый день, там, или как это, просмотров, где-то от 2 до 4 тысяч. Да мы их во сне этих людей-то не видели. Поэтому ну, нашему сайту хочется сказать многое лето. И всем, кто трудился. Здесь нет тех, которые помогали в самом начале, которые сейчас помогают. И чтобы их Бог благословил. Вчера ни один ролик не открывается, какой-то как вот. Бывает в машинах аккумулятор с клеммами, вместо него выскакивает и все. Все, сразу, Витя, помоги. Вот он, Витя. Два раза зашел, так и все на место поставил. А если бы мы платили, вы знаете, вызов сколько стоит? Я спрашивал, труху бы меня разнесли. А это все делают бесплатно. Бесплатно. Вот не работают. Алексей, возьми, он утащил его. Там где-то на стационарных установках или где проверяет, привез. Все, вот оно, пожалуйста, у вас. Что Бог благословил всех сотрудников. Помогающих у нас по нашей этой сети примерно 15 человек. Это не два, не три. Там модераторы, там супермодераторы, администраторы. Ну, то есть помогают, как могут. Я не называю всех, кто здесь есть, потому что вас сразу задолбят даже говорить это. Что требуется? Воздать Богу славу. Работа идет. Я каждый день в среднем провожу 14-16 часов. По сегодняшний день. И это того стоит. Вот у нас подъем 4:40. Меня Господь поднимает сейчас ровно полтора часа раньше. Полтора часа, пока я разгребаю утреннюю почту. Каждый день. Каждый день, без выходных. Но я ложусь пораньше. Я должен разобраться, и письма, почту, и людям дают. Каждый день составляется ролик о наших событиях, что делается. Люди попросили. И именно на это как раз и идут. Что новое, свежее, из Израиля. Не один человек уже. Там из Германии, и откуда только нет людей. Я ничего не знала. Вот я, знаете, я так был, я там заплутался, где-то был, но вот попал в ваш сайт, это я сразу вернулся в православие. Там... А кто YouTube-канал мне? Первый предложил мусульманка Самира Тагиева из города Баку, Азербайджана. Отец Игнатий. Мусульманка. Отец Игнатий. Она по-другому не зовет. У ней мы были. Или учитель мой. Да еще с большой буквы поставит. Мусульманка. Знающая 4 языка. 2 университета окончившая. Консерваторию. И она говорит, вам нужен свой канал. Я думаю, я говорю, а что это такое? Вообще не знаю. И вдруг... Вот так получилось. На нашем канале, видеоканале, более 4000 наших роликов. Ну, понятно, что заходят самые древние, как это первые были, и на них, по них ссылки люди дают и находят дорогу ко Христу в первую очередь. Задают вопросы. Вот, заходит человек, у меня есть к вам вопрос. И, наконец, уже третий раз вышел, все, вопросы кончаются, иду в церковь. Это работа. Работа не на один день, потому что ролик мы поговорили. В каждом начале ролика я спрашиваю, вы не против? У нас все записывается, выставляется в интернет. Вот, идет видеозапись. Нет, нет. И только два человека за все время нашли, которые... А я бы не хотел это так. До свидания, вы пришли не по адресу. Да нет, подождите, ладно, ставьте. И только один сказал, я никак не хочу. Я спросил Сергея Козлова-то. У него такие знания огромные просто. Я говорю, а почему эти?
Какой вы простой человек, вы не видите людей. Да как же не вижу? Это гомики, гомосексуалисты к вам залезли. Понятно? Он лежащий видит больше, чем я ходящий. И он сразу определил, я тогда присмотрелся к лицам, вот надо же. Почему против-то? Если человек против, вот у нас бывает тогда, ой, сниматься не надо, я не хочу, то другое, это или по глупости, или что-то темное и не желает. К нам приезжал тоже масленник, как Михаил, фотограф, и он фотографирует не где-то, а в алтаре, где служит патриарх. И приехал патриарху. Снимает все. У нас есть люди, которые, да мы не хотим, во время службы тут ходят, молиться не дают, да вы, может, и не молитесь. Если молишься, закрой глаза, Серафим Саровский говорит. Я, говорит, в алтаре снимаю, есть священники, это старые закалки. Ну что тут ходит-то другое? Патриарх услышал и сказал, не трожьте. Патриарх Алексей II, это наша история. Ушло все бы, никогда этого не было. Где бы ни говорил проповедь, говорит, какой проповедник, сегодня все стоит в интернете. Любую баптистскую песню заряди, и ты можешь ее получить. Какие открытия, где что делается, все через интернет. Поэтому интернет изобрел Тимофей, помолиться, ну и попутно Мартин Купер. А я два Тимофея поминаю, который поисковик библейский сделал, мне это помогло. В каждой книге 3000 ссылок на Библию. Тимофей Ха. Я его искал, и один из программистов помог мне найти. Я говорю, вы знаете, кто священники? Да, хороший поисковик. И с соборными правилами. А кто? Ни один мне еще не ответил. Я теперь стал говорить, знает. А вы знаете, где он? МГУ приехал, окончил. И он о себе как говорит? Он открытый такой. Я, говорит, такой эгоист был. Однажды, говорит, ехал на велосипеде, а мама упала сзади. Не на велосипеде, шла, говорит. Я даже не остановился. И теперь я осознаю, что я сделал. Я не подошел и не стал поднимать мать, хотя сам маленький, там, может быть, лет 7 ему было. Почему он не православный? Потому что православные другой поставили. Это идеал. Это молчать. Молчание. Молчание – золото. И вот обложились мы этим золотом, и ничего кроме золота у нас нету. И золото наше изоржавело, и никого нету. Одно золото. А вот это проповедь. И когда мы знаем, что проповедь звучит в оригинале, как он говорил, человек сказал неправильно, это все в интернете. Надо молиться, чтобы Бог как-то сохранил. Он будет убран, интернет. Уже требования повышаются какие-то. Многое дается бесплатно. Но будет день, когда все это вырубят. По интернету знаете, как вербуют людей, которые ИГИЛ сейчас? Невесты потоком туда идут. Обольщают, они туда едут, назад возврата уже никому нету. И едут, и только растерзанные, разбомбленные, валяются. Они бежали туда. На интернет-то можно ко Христу призвать. И ко всем, кто у нас смотрит интернет или уж не работает, поднимите руку. Вот видите сколько. Помогайте. А что нужно? Брать хотя бы по одному ролику нашему, под которым нет объяснения. И о чем, на какой минуте говорится. И мне выставлять. Нашелся какой-то один, даже фамилию не знаю, Николай Коля, так он называется. И он выставляет, вот минута такая, секунда такая, говорится о том. А поисковик теперь, кто заряжает о чем-то, он сразу найдет. Допустим, я говорил о чем-то, а потом говорил, а человек утонул. А кто-то зарядил утонул, сразу говорит, нашел нас. А по этому ролику начал другие смотреть, и все, говорит, я забыл, что до этого у меня было. Я получаю столько отзывов, самых положительных. Отрицательные бывают, но ни на чем не основаны. Ни на чем. Вот мы с детьми пошли за ягодой, клубника. Ну, кто там был, знает, как это. Идем, ребятишки берут, едят. Какой можно отзыв дать? Отзыв. Ну надо же, сколько сектантов развелось, даже по полям ходят. Вот они сидят, сектанты улыбаются. Посмотрите, вон она сидит, сияющая. Пошли купаться дети опять. Да что такое, Россия вся сектантами заразилась. Это разные люди, но им это слово сектант бросил Дворкин. И тоталитарная секта, это его. Ему там дали в Америку, он двойным гражданством. И это если вот его там допрашивают, эти ролики из документов из одних. Как он лечился в психиатрии. Лечился. Человек совершенно, говорит, непригодный руководитель или что-то. И как верха мог пробраться, какое указание давали. Через верха это все делалось. И все эти документы показаны его. И медицинские, которые, и прочее. Как он наркоманил, с наркоманами, где он был, и кого ставят. И как суметь обольстить. Почти в каждой епархии везде. Дворкин его что-то написал и прочее. Всех перессорил. Суды за судами идут. Но то, что сейчас началось, вот как против Сариона, ВНТ, вот, это может быть началом конца.
Да дай Бог. Я сегодня только посмотрел, и это собирали, видимо, ну не один год, все документы и выставили. Что сделают с Россией? Кто ее растерзывает? А я с первого дня сказал, кого вы принимаете, с первого дня. Он меня никогда в глаза не видел, но кто-то что-то сказал. Вот он приехал в епархию, местной Барнаульской епархии, тогда был епископ Максим Дмитриев здесь. И они устроят встречу с прессой силовых структур, это милицейская, КГБ, все остальное собрали. Ну и, конечно, ГТРК, видимо, здесь. И кто-то подкинул вопрос, а как вы относитесь к Лапкину? Он не встречался. Хотя, когда он был один раз вот в университете, его приглашали к нам никак, он псевдоправославный. То есть это все его наработка. Это я вопрос ему да? подал, да. Ну вот. Я там был. У меня свидетели есть. И этот человек-то, который это говорит-то, вот этот, он сказал, псевдоправославная. И вдруг встает, говорит, или встает, или не встает там. Я фамилию даже мог бы его назвать, но не совсем нужен. Офицер КГБ. Старшего офицерского состава. И говорит, а у нас о Лапкине хорошее мнение. Он камень за пазухой никогда не держит. Вот он какой есть, такой есть. Тем более я дважды проходил по их ведомству. Меня здесь сажали-то. Все, вопрос был снят, все замолкли. А как вы узнали? Узнал. Там были люди, которые преподают в университете, приглашенные были. Они работают в городской администрации, краевой администрации. И мне сразу позвонили. Знаете, вот такое дело. Видите, с какой стороны поступит помощь, мы не знаем. Но я хочу сказать, что Бог благословил всех гонителей, чтобы они обратились. Чтобы в судный день Бог не поставил им вину их безумия. Чтобы они не испроверглись в ад, чтобы они были спасены. Нам это ни грамма не повредит. Когда я был в Америке, спрашивали меня в записках, как вам КГБ помешало выполнять, что вы делали. Я говорю, никак, они меня сделали известным, больше ничего. Я еще не приехал сюда, КГБ уже знаю. Я в «Голос Америки» говорил, выступал, там нас Виктор Потапов провел. Вот как вы ответили, они мне говорят. А как ответили? Как есть. Итак, сегодняшний день сайта, ну, может быть, не тоже день, да сайта, может, не так. Ну, как-то отметить нам хотелось бы. Вот ты потом, Володя, покажи все надписи. Это Надежда Ивановна оставила память о себе. Говорю так, что слышал, будто бы они собираются выезжать. А ее рука благословенная остается здесь, как Николай, вот эти все сваренные трубы, то, чего никто больше не сделал. Если будут здесь, да благословит Господь, а если уедут, пусть эта память вызывает аллилуйю. Посмотрите, какие прекрасные у нас надписи. И через интернет мы их делаем другим известным. Некоторые посмотрели у нас, говорят, мы у себя сразу так же сделали. Нам нужны помощники, вот о чем я говорил. Заходите, спрашивайте, что нужно, как делать, чтобы мы двигались с места. Все книги эти на сайте, все книги. Любую можно скачивать. Но люди, которые скачали, говорят, нет. Электричество выключили, никакого сайта нету. Я хочу иметь эти книги. Вот мы всю зиму рассылаем, ну, то, что вот у нас, главное, это Новый Завет, для Слова Божия нет уст, и к истину православия. Остальные это там... По пальцам можно сосчитать. Ни стихов, ни первого тома уже нету. И симфония на жития тоже к концу подходит. Чтобы Бог благословил наших тружеников, которые работают. Все работают бесплатно. Мне интернет оплачивает. Я ни копейки еще не платил. Мне купили новый компьютер. Я знаю, эти люди даже не желают, чтобы знали, кто это делает. Это благословение Господне. У людей ломается, они просто не знают, что делают. Один такой ломается, он взял топор, изрубил вместе с компьютером и столик, на котором стоит, и выбросил. Но маленько проходит, купил опять, а что, первым делом залезти к нам. Что у нас? Меня ругает, а без нашего не может жить. Ругает почему? Один. Ну я говорю, ты знаешь, почему ругаешь-то? А почему? Вы так ограничили, одни вы святые. Вот Осипов говорит, он надежду дает. А какая надежда? Бог всех возлюбил. Я говорю, тебе сколько лет? Ну, 80 лет. Ну, 80. Ты верующий? Да, я верующий. Кем ты был? Ну, крещен, я был у старообрядцев. Ага, а потом, ну, маленько православный. А потом у баптиста принял крещение второй раз. Потом перешел к мормонам, принял крещение. А сейчас опять сюда, опять православным. Потому что, ну, ты пьешь? Я говорю, да, пью. А куришь? Да, курю. 64 года курю, говорит, уже. Ну, и материшься? Ну, бывает, где и так. И Осипов говорит, спасешься? Конечно. О, большего-то ведь не подарка тебе сделать сатана не смог бы.
говорит об аде постоянно, Иоанн Златоуст. Почему? Сатана, говорит, боится ада. Говори о нем, потому что ему там гореть. А разные адвентисты, эгоисты, ада никакого нет. Для чего? Яма скрыта, чтобы человек не извергся. А Бог говорит то, что ты не попал. Он говорит, опасность на дороге. Ад, опасность. И вот человек через интернет желает что-то узнать. Но, видимо, то, что мы говорим, все-таки душа его откликается и говорит, нет, Осипов тут тебе не поможет на суде Божьем. А вот то, что мы считаем из Священного Писания во свете Библии, наш YouTube так и называется, «Открытым оком во свете Библии». Открытым оком. И вот я всех вас зову к этому, чтобы вы помолились. У меня все. Спасибо, Христос. Спасибо. Может, вопросы есть ко мне? Давайте. Вопросы. Надежда Васильевна, вопрос есть. Давай. А про пакистанского священника, он выходил к тебе уже еще раз, нет? Какой? Пакистанский священник. Священник. У пакистанцев священников никаких и нету. Я ответа никак могу дать. Ну он тебе, он назвался же. Ну он назвался. Назвался он король Индонезии. Что я должен? Ну назвался. Я-то не знаю, что кто. Я племянник. По скайпу говорит, обещал это. Ты не знаю ничего. Я знаю, что если бы католический, то... Еще вопросы есть? Вопросов нет. Знаете, есть такая поговорка. Великое видится на расстоянии. Я хочу вас вернуть к этой пословице. Почему? Потому что вот сейчас слушал я и сопоставляю ту ситуацию, которая у нас нередко возникает, а она выражается, опять же, в такой формулировке, ну, как бы противоречие между отцами и детьми. Ропот, уныние, отчаяние и уход, поиски других отцов, потому что не видим, потому что мы слишком близко к этому великому. А вот на расстоянии люди видят. Вот я призываю вас, чтобы уметь отдалиться от себя, прежде всего, от своего эгоса. И с этого расстояния увидеть это великое, которое видят другие, будучи на расстоянии. В Южной Америке, в Канаде, в Австралии, в Японии. Вы поняли, о чем я говорю? Дай Бог, чтобы эти две буквы МФ, которые Игнат Тихонович провозгласил главными для себя. А что это такое МФ? Раньше это был морфлот, а теперь это молитва и форум. Чтобы дал Господь ему осуществить это в полной мере, а он это старается в полной мере делать, в отличие от нас. Чтобы до конца и молитва, и форум были на высочайшем уровне. Кто еще имеет слово, пожалуйста, говорите. Да, брат. Ну, я единственное могу сказать, что вот вы сейчас сказали, это надо самого себя исследовать. Когда я побег сделал из Потеряевки, я самого себя исследовал, согласно Слову Божию, и вообще главный вопрос я себе задавал, когда мне на крещение спрашивали, почему ты здесь решил принять крещение, я ответил, что истина с вами Бог, 1 Коринфянам 14 глава. То есть я увидел, что это люди собраны Духом Святым, Господом. И когда у меня побег совершился, я тоже себя исследовал и понял, что кто меня вывел из общины? Явно, что не Дух Божий. Раз Господь меня сюда привел, значит, Он меня решил, чтобы я здесь трудился. Это бы ячейка моя. И, видимо, уводят, это сатана. Притом, это человек может сам себе засвидетельствовать, потому что у тебя внутри пустота появляется, и общения с Богом такой близости уже нет. Ну и там отсюда все выводы. Благовестия нету. Даже если у тебя какие-то знания есть, ты говоришь, чувствуешь, что огня в тебе нету никакого. То есть, ну вот и вот такие последующие. Плюс человек погружается в большие грехи, как у меня было. Дошло до того, что я перестал молиться. То есть милостью Божией, вашими молитвами, Господь меня вывел из этого, из падения. Вот. Ну и это все, как апостол Павел говорит, исследуйте себя, верили ли вы. То есть надо самому себя исследовать, согласно Слову Божию. И тогда вот этого не будет. Тогда ты будешь видеть все, что ты сейчас близкое. Вот это великое будет тебе рядом, близкое, то есть значимое. Молодец, Володя, потому что он находится близко и видит.
Так что дай Бог нам это духовное зрение каждому из нас. Открылось ему, открылось. Ну не надо же прибегать к тому, чтобы вот пасть, а потом подниматься. Надо стоять, крепко стоять и просить Бога о помощи. Да, брат? Я хотел сказать еще, вот Игнатий Тихонович об этом напоминает постоянно. Интернет, конечно, это великая вещь. Я вот начал сейчас там захожу, да, это не пересмотреть. Хорошо, что я здесь близко. Иначе, если, вот как эти люди говорили, 24 часа можно подряд смотреть, и не успеешь уже за нами. Мы-то, потому что раньше начали намного. А человек хочет устремиться, и там надо еще пересматривать. Можно. Вот тут последнее пересматривал несколько раз. Как этот, Акелину рассматривают, ее поступок там. Рассматривают как. Можно. Игнатия Тихоновича там нету, там просто братья, Нина Александровна. Ну, можно его рассматривать и смотреть, и оттуда столько можно подчеркнуть много интересного. Но люди этого не понимают. Это еще все впереди дойдет. И поэтому, конечно, встречи с людьми, как говорит Игнатий Ильич, ну, лично, личностные, допустим, вот он по скайпу беседует, личностные встречи с людьми, ну, не заменить ничем, конечно. А они встречались у апостолов, когда, ну, и... когда с Господом они шли по пути. Благовестие. То есть идите, говорит, научите. Я думал, как? Ну, научить можно как? Вот идешь, и вот как сразу научишь человека. Но это невозможно, научить так человека. А как можно научить еще? Для меня странно. Я думаю, ну, многие выходят в интернете, и тут было, когда не было интернета, и говорят, вы неправильно проповедуете, это все неправильно. Наши братья, сестры из Потеряевки приезжали, пройдут там вместе с нами, все потом, нет, что-то не то у вас, что-то неправильно. И тут у нас вообще не такое же точно мнение. Ну, ходит там, прошли что-то там, нет, не так, неправильно. И я все время, естественно, эти сомнения вкладываю, и у меня тоже все время было, думаю, правильно или неправильно. Несколько раз вопросы Игнатию Тихоновичу задаю, ну как, да что. И вот теперь только, когда появился сайт, все стало на место. Идите и научите, все сложилось одновременно. То есть как бы правда приникла к земле, ну, это, правда возникла из земли, а истина приникла с небес. То есть получается, что научение, вот у нас есть всего-навсего наш сайт, он на таких визитках. Человеку даешь эту визитку и Евангелие сразу. И все объединяется. У человека есть Евангелие, все слова Иисуса Христа. И более того, там послание апостола Павла, ну, послание апостолов. Деяния. И человек теперь, если какой-то вопрос, он берет наш сайт, заходит туда или звонит по телефону, но находит нас. И уже начинается научение. И вот и отсюда вот эта полнота получилась. Как она? Сначала, она, конечно, невозможно это было сделать. Я думаю, что этот интернет даже специально для изобрели для Игнатия Тихоновича. Ну, Господь дал его. Этого Тимофея, да? Тимофея. Тимофея этого... поднял, даже Тимофей, не какой-нибудь там, но обычно какие-то там эти их имена там американские, какой-нибудь там, ну какие-нибудь там американские, Лестер какой-нибудь, еще что-нибудь, Ластер. А это именно Тимофей, даже есть за что помолиться, да вот в чем дело. Поэтому я призываю еще очередной раз, кто не благовествует, не ходит и уже себе как бы на сердце положил, что все это пустое, ничего не будет. Теперь это вот, ну прямо... наше дело, вот, идти хотя бы, я уж не говорю, что мы там благовестники, проповедники, ясно, никакие не апостолы бы, ни в коем случае. Хотя бы человеку вложить вот этот наш квиточек с нашим сайтом человеку в руку. И он уже, а люди идут, берут вот эти Евангелия, а на эти квиточки внимания не обращают. А это и есть вот самое главное. А еще остановятся некоторые, а что, как, я говорю, там, говорю, вот Евангелие, говорю, вы взяли, а там, говорю, тысячи книг, тысячи всяких фильмов, говорю, и есть прям жизнь христиан, вы все увидите. Как? Ну да, вот так вот есть. О, все, пошли уже люди. Глядишь, и придут и дальше. Поэтому сегодня у нас опять будет благовестие, вот такое, ну, такое благовестие, хромое там. Но зато вы знаете, куда оно приведет человека. Человека оно всегда приведет, если вы дадите все как надо. Приветствуем улыбкой и кивком заветный листик к истине.
крещения. Игнат Тихонович. Так, у нас приходила женщина одна, дети были в лагере. В прошлый раз 5 ребятишек было. Елена Валентиновна. У нее дочка родилась и порог сердца. Она говорила, 40 дней ей было. И она звонит по несколько раз даже в день мне в Новосибирске. Почему в Барнауле тут тоже сильная медицина, почему не здесь, а в Новосибирске? Сделали операцию. Там все раскрывают, говорит, клетку, она говорит, ой-ой-ой. И операция прошла успешно. Ее Анастасия девочка звать. И она просит помолиться. А теперь, ну раз молились, она эту молитву, ваш Бог услышал, я теперь тут живу, к ней не допускают, там по-своему они кормят, а там боятся, что заразить или как-то. Проходит маленькое время, опять звонит. Она ходила в этот, Дмитриевскую, и там женщины взяли заботу о ее детях, которые дома, и все по-хорошему. И помолиться-то столько за день мне поступает, а у нас такой порядок. Как только звонок, звонят, ну в интернете тоже, там пикнет где-то вот, по скайпу. У нас такая беда, вот сейчас только было, попали в аварию, там погибли, а эти вот так, ну помолитесь. Из разных стран. И мы сразу все оставляем и становимся на молитву. День не пройдет, и опять, ой, какая у вас молитва. Вы понимаете, с того света человека вернули. Там вот пишет, этот умер, не милиции, приехали дверь вскрывать. А я, говорит, взял, позвонил вам, дверь вскрывать, никого не отвечает. А я решил позвонить. А человек, живой, не живой, нету. Это я не говорю, что наша молитва, она ничего не значит. Это Бог делает. Но молитва открывает благодать Божьей милости к нам-то. Уже отпиливать хотели дверь-то. Он, я говорю, стоял там где-то и позвонил. Помолились где-то. И оттуда голос раздался. И оказалось, что не надо резать. Он был в бессознательном состоянии. И вдруг Бог его встряхнул, он встал. Я вам рассказываю, как одна сейчас заходит даже в интернет. Мы сели только за стол, и она говорит, мы начали крышу перекрывать, скрыли-то, и в это время дождь идет. Ну и дождь-то идет, что надо делать? А ничего нет, она берет мобильный телефон и звонит нам в Потеряевку. А мы сидим за столом, сели так, братья, неприятность такая, на молитву. Мы сразу ложки положили и взяли, говорится, в руки то, что должно быть. Подняли руки к небу. И вечером говорят, вот что интересное, говорит, дождь идет, а над нами как окно какое-то есть. Вокруг, видим, дождь идет в городе, а над нами до самого вечера, пока не поклеили крышу. Так как это может быть так? Мы не знаем ничего. Я бы это не знал, если бы не сказали. Это не может вызывать ничего, кроме чувства благодарности, что Бог это делает. Я сегодня взял крылышко голубя, ну и брату Никите показываю. Я говорю, ты, вот голубят у меня вывелись, по избе ходят, ты знаешь, сколько здесь заложено? Вот одно крылышко, а крылышко состоит из перышек. А у перышки эти маленькие, которые лепесточки. И вот на одном перышке 75 тысяч зацепочек, вот как липучка. Вот если она разделется, она раз и опять соединилась. И вот бывает такая птица, ну, как вот жулан. Зеленая, желтая, черная у него есть. И бывает на одном вот этом перышки, и на одном этом ответвлении одновременно зеленая и черная полосами. Кто покрасил? Откуда краска идет? Ну, ДНК такое. Ну, как оно прошло, а вверху самое белое. Как белое осталось, прошло. Откуда? Когда здесь впереди, перед ним черточка должна быть зеленая, черная. Понимаете, сколько чудес. Когда ты научишься удивляться, тогда не о болезни будешь думать, а непрерывно восхвалять Бога. И твердь возвещает о милости. Небеса проповедуют славу Божию о делах рук его, вещает твердь. Богу слава. Брат принес что? Как раз эти визитки. Берите, благовествуйте. Только договаривайтесь, чтобы никто не выбрасывал. Это очень богатое. Да. Давайте только тем, кто желает благовествовать, кто желает принять благую весть. Ну, так это понятно. Не мечите бисер перед свиньями. Что интересно, которая конференция там была, они против меня там все придумывают. И тут же говорят, а патриархи-то он отзывается, как хорошо. А патриархи хорошо. И главное, московскую патриархию признает благодатной. Для них загадка. А говорить эту ложь, я хочу, чтобы лжи не было. Чтобы все патриархии знали Бога, любили. И многим это сегодня открывается. Священники выходят, священники патриархийные, и благодарят Бога, что Бог открывает глаза. Поэтому, что сегодня говорят против, это никакой роли не играет. Ну, кого-то же надо уважать из этих священников. Слово Божие говорит, уважает, значит, есть уважаемые. Да.
Так, еще о болящих вспомним. Болящий брат Игорь у нас прооперированный, помните, да? Какой? Игорь Владимирович Третьяков, оперирован на полости носа. Как дела у Игоря? Скажи, ну, все хорошо, он уже дома. Там не серьезная, не сильно серьезная операция как была. Просто восстанавливается. Понятно. Алексей Семенович в очередной раз госпитализирован в Федеральный центр ортопедии. У него там воспаление в этом в искусственном суставе. Там серьезная, в общем, такая ситуация. Так что помолитесь, чтобы Господь его... Там. Это третий сустав уже изрезан. На сердце оперирован, аортокоронарное шунтирование, желчный пузырь, желудок, аппендицит, два тазобедренных сустава, один коленный сустав, ну, изрезанный, что называется. Вот. И благодарит Бога за все, не ропщит, без уныния. Так что вот, помолитесь, чтобы Господь ему дал силы и терпение. Раба Божия собирается тоже на операцию. 9-го должны вот ее госпитализировать. Маргарита, сестра. Вот. Так что молитесь, чтобы Господь ей тоже дал силу и терпение. Но это еще пока неизвестно точно. 9-го, может быть, ее госпитализируют. Вас увезут туда? У Вали Барышниковой, которая из Наумова приезжает к нам, очень большая, значит, просьба помолиться о том, чтобы вода в колодце прибыла. У них вот в это время всегда, в январе-феврале, вода в колодце как-то уменьшается. Да? Сейчас в колодце нет воды, не только у нее нет воды по всей улице. Она топит снег, собирает, вот сегодня говорит, снег свежий выпал, чистенький, пойду набирать тазы, ванны, чтобы все везде набрать воды. Она питается вот этим даже снегом. Поэтому помолитесь о том, чтобы как-то распространить. Водопровод у них есть, там где-то водонапорная башня есть, но вода идет совершенно ржавая, даже для коров, вот, лошадей не берут ту воду, которая идет по крану в этом водопроводе. Помолитесь о них. Так, еще какие просьбы, нужны? Вот еще. Да, Настя. У меня такая просьба, братья и сестры, улетаю в Алмату. На конференцию, на учебу в Екатеринбург. Когда? Вот, воскресенье. То есть следующее? Воскресенье, да, следующее воскресенье. Утром я на инкубаторе, а ночью уже... Как правильно, курочек лечить, да? Да. Очень интересный вопрос. Ну, конечно. Давай. И еще, если сможете помочь. Подбросили нам вчера щенков, тойтерьеры. Вот прям в сумочке, в сугробе лежат, вот такие махненькие, двухмесячные, если кому надо. Жалко, уже большие, двухмесячные, все едят. Куда делать? Самое интересное, все девочки. Девочки? Да, было 5 штук, одного забрали, 4 осталось. На Авито.ру поставили, как оно там, объявление. Не умею. Попробуйте, я их заберут очень быстро. Собаку, у меня дворняк-то забрали за 2 дня. Никаких девочек там нету. Настя, на сколько ты уезжаешь? На неделю. 19-го. Это литература, название «Сука» и «Кобель». Что вы боитесь, не знаю. Это девочка, что придумывают-то? Беки вещи, никто это не знал. Собаку называть. Ну называйте ее Нюся. Что попало? Сука и «Кобель». Корова, бык, барана, пса, петух, курица. У собаки так и называется «Сука». Почему? Нехорошие женщины испортили репутацию этой суки. Но... Так, еще какие объявления, просьбы, пожелания? Все? А вот этот вопрос читали? Так, сейчас у нас что будет? Трапеза, песнопение, трапеза и молитва. То есть занятие. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Серафим, без исцеления Бога Слова родчую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло.
Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос, повара. Повара. Духовный. Настя, у тебя фотографии есть этих собачек?